Что за эгоизм? Эгоизм? Отбросить такой шанс. Мы столько могли узнать. Она пожертвовала собой, чтобы покончить с этим. Пройдет время, и за нами придут. Не обманывайте себя, капрал. Все знают. Сулака взорвался над Фьюри 161. Экипаж погиб. А колония на LV-426 была уничтожена взрывом атмосферного процессора. Ждите сколько угодно, капрал. Никто не придет, вас просто списали. Что же до колонистов, о которых вы так переживаете? Это мусор, отбросы человечества. А я дал им шанс принести пользу обществу. Смерть лейтенанта Рибли — всего лишь эгоизм. Разрушение легата, обиженной девчонкой — досадная случайность. Будем честными, капрал. И прошу вас, поверьте мне, для меня не остается ничего святого, когда речь идет об изучении этих организмов, и любые ресурсы здесь не будут расходный материал. Ой. Отвяжите капрала. Не стоит, доктор. Простите, сэр, но так нельзя поступать. О чем вы, доктор? Вы же сами построили карьеру на оружии, а теперь лицемерите. Все так. Я создал несколько шедевров. Но вы, мой друг, перешли грань разумного. Я не стану убивать семьи. Пошли, капрал. Это смешно. Вам не жить. За вами никто не придет. Мы сами разберемся, что делать. Ясно? Какой план? План? Какие уж тут планы? Импровизация. Идем. И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Aliens Colonial Marines DLC. Прерванный стазис. И играем теперь за... Как его зовут-то, бишь? В общем, парень, который решил спасти Хиггса. Что-то у нас за пушка такая, огнемет. Пойдем, надо выбираться. Ого, вот это же ни хрена себе. С такими парнями у нас разговор короткий. Сразу же кинули нас в бой. Что-то я не пойму, где наши, где не наши. Ой, здесь уже не наши. Нас не остановит. Секунду... Секунд 10 назад я был там. О, парни, как заглючило-то. Вот так, нормально. Это печалька. Отсюда крысы вылезли. Ого, а это что такое? А это голограмма, смотри. Блин, Хиггс. А, нет, ненавижу, когда вы так делаете. Блин, меня чуть не грохнули, Хиггс. На, прям разорвало башку в клочья. Блин, ну просто тупо пробежал на него и все. А, плохо мне. Я, судя по всему, не вояка, я тоже какой-то ученый, доктор каких-то наук. Фу, какая мерзость, а? Ничего приятнее не могли, что ли, голограмму сюда запихать, голову бабу какую-нибудь?
Блин, мне бы аптечку. Патронов-то ладно. Патроны не главное. Что у нас здесь? Это все лифты, я так понимаю. Но нам на этот лифт. Мы должны отправить сообщение. Оно ведь у тебя, да? Найдем передатчик, но только не на этом корабле. Корабле? Боже. О, да. Он называется Исток. Вокруг него строят исследовательскую лабораторию из готовых модулей. Как видишь, радиовышка и станция связи уже здесь есть. Думаю, тут нужен ретранслятор. Ага. А как выбраться? Ну, проще всего на спасательной шлюпке. Но на них же обычно не летают в атмосфере. Да, и поэтому особо не охраняют. Идем. Ну, это возможно, да? Так, слева цели. Захватить шлюпку и покинуть корабель. Блин, пуля непробиваемая. Хикс. Да блин, ты не сдох еще. Один убит. Все-таки для научного работника я неплохо стреляю, да? О! Блин, это бронька, я думал, аптечка здесь лежит. Сумеешь обойти систему? Ну, не знаю, надо подумать. Блин, там на мостике броневичок стоит. Цепляют, заразы. Крыса подкрался как-то. Граната. Хикс. Живой? Блин, броневик еще живой? Да твою мать! Ракетой меня грохнул. Зараза. Ну, по крайней мере, сейчас у нас будет побольше жизней. Как-то я лоханулся на том, в том холле. Давай, Хикс, взламывай. Специальное устройство у него есть. Вперед, солдат! Пистолет, конечно, рулит из-за своей точности. Закрываются, заразы. Сумеешь обойти систему? Не знаю, про какую систему ты говоришь. Блять, Хикс, че ты лезешь, а под... А, я не знаю. Я не знаю. Давай, где ты там, взламывай.
взламывай. Так, раз, два, три. Четыре, по-моему, обычных, один броневичок. И в холле там нас двое ждут. Мы сможем. Конечно, мы сможем. Если на этот раз тупить не будем, обязательно сможем. Наверное, надо Хиггса вперед. Сумеешь обойти систему? Давай, Хиггс, вперед. Или он впервые меня не заходит? Выбрал не те! Есть, броневичок лег. Хорошо. Еще вроде как один остался. Если новых не набежало, конечно. Нихера там бабахнуло. Да блин, кто так шмаляет? Граната как-то не очень помогает. Будем царапывать его из пистолета. Вот так вот. Все, живых нету. В смысле противников, конечно. Так, а здесь что за голограмма? Башка чужого. Блин, всегда впечатляет мне этот корабль. Они называют его Исток. В оригинальной серии фильмов он назывался Корабль Жакея. Так, зародыш чужого. Что-то мне не нравится. Слишком тихо здесь. Не давай ему высунуться. Вот так. Подавили огнем, в общем. Все профессионально. Идут, идут, идут. Оттуда, откуда-то. Ох, ебаный. Это же броневичок. Блин, броневичок опять. Патронов нету ни хрена. Ну он еще и за мной идет, а? Вперед! Есть. Так, а что? А, огнемет дополнительный всего лишь. Оружие. Ну это винтовки. Блин, ну делать нечего, придется этой пукалкой носиться, пока патронов не найду на импульсную винтовку. Так, это у нас... А вот, кстати, и патрончики на импульску. Гранатики. Патрончики. Нет, отказ. Сумеешь обойти систему? Да, сумею. Нет, отказ. Сумеешь обойти систему? Ну же.
Смотри, это ведь радиовышка. Нам туда. Надо шевелиться, а то за нами уже вышли. Давай будем шевелиться. Так, надеюсь, он не бабахнет каким-нибудь крупнокалиберным. Видите, да? Сидит, смотрит. Вон он. Пританцовывает даже. Берегись поисковых отрядов Вайланд Ютани. Да я как-то по другому поводу переживаю больше. На открытой местности. Эта планета уже полностью, целиком принадлежит чужим. Поэтому отряды Вайланд Ютани меня беспокоят немного меньше. Я убил Ксена! Я двоих. А, нет, подожди. Теперь двоих. Нифига их там напрыгало. И давай кромсать. Так странно, он вроде как сдох, а потом раз и ожил. Блин, их там до хрена, и тех, и других. Эта пушка, конечно, рулит, если из нее хорошо попадать. Ой, блин, это Хиггс же. Хиггс. Твою мать, ты уже там, что ли? Патронов нет, прикрой! Ну? Видал, как я тебя прикрыл? Последними потрошками. Защитил тебя. Так, опять дефицит по патронам у нас. Хиггс, нам вообще куда? Куда-то. Куда? Ох, твою мать. О, твою мать! Козлина, а? Я думал, это Хиггс бежит. Ты-то чё не прикрываешь меня? Я смотрю, куда нам идти. Черт, не может быть хана даже. Хиггс вот отсюда, да, снизу обошел. Ну, по-моему, я позицию лучше выбрал, да, всегда позиция сверху выгоднее. И ну, вы меня понимаете, да? Что именно мы передаем? Мой отчет об операции и сигнал бедствия так и не отправлены. Видно из-за помех. А зачем Вейланду отчет? Там доказана связь Вайланд Ютани с гибелью моего отряда и колонистов Надежды Хан. Сигнальная ракета. Блин, вот это мне не нравится. Пещера на этой планете. Всегда в этих пещерах почему-то FPS падает. Видите, да, сидит? Черт, прямо из стен! Спокойно! Меняю магазин! Блин, такое чувство, как будто они везде. Плевальщики. Ах, зараза. Ну правильно, у меня последняя там пиписюлька жизни была. Пр-
пройти к ретранслятору. Сейчас текстурки загрузятся у нас. Любят они это дело. Черт, прямо из стен! Спокойно! За ним, чтобы побежать. Оказалось, рядом сидит. А того, которого первый подранил, видимо, он был этим люркером, что ли. Так, плевальщики идут. Я убил Ксена. Угроза устранена. Где он так дышит, а? Вон он, да. Я убил Ксена, но угроза не устранена. Тут еще их 25 миллионов. 258 тысяч. А патронов у меня всего 19 в обойме. Ненавижу, ненавижу такие пещеры. Что это такое, а? Тут сейчас какая-нибудь дрянь вылезет. Как начнет нас жрать. Меня на обед Хиггса... На ужин. Сзади. Ах ты, сука! Как же ты меня напугал, падла! А, блять, плюнули, сволочь. Прям здесь сидит и плюет в меня. Хиггс, может, помедленнее пойдем, что-то. Что-то меня валят жестко. Блять, сзади, 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 сзади кто-то. Сдохни, падла. Убил? Красавчик. Мне надо брони куча, аптечек куча, вообще патронов. Всего мне надо кучу. Как раз аптечек здесь и нету. Аптечек. Не позаботились об аптечках. Фу, ну самое сложное, по-моему, мы прошли, да? Это пещера. Этот готов. А вон тот. Тоже готов. До того мы не дострельнем, я думаю. Самый хитрый сидит там. Не могу туда запрыгнуть. Не разрешает нам игра. Где Хиггс? Сидит, смотрит на нас.
Они как, блин, гаубицы. Не могу попасть в него. Кого не хватало, так это вас. Блин, Хикс упетлял куда-то. А, подожди, я посмотрю здесь на предмет ништяков каких-нибудь. Вот аптечка мне вообще шикарно бы подошла. Прям к лицу была бы. Вот она. Вот она, моя роднушечка. Роднулечка. Прямо она создана для меня. Так, это что-то уже охраняемое. Не зевай. Окей, не буду. Дайте ему тоже гранату зашлем. Или, по-моему, я его грохнул. Вроде как грохнул. Блин, бочка, которая взрывается. Плохое соседство. Ого. Да, блин, какой-то жесткий парень. Конечно, если тупить не будем. Все, вальнули мы его. Патронов нет, прикрой! Блин, вот иногда просто тупо не попадаю я по нему. Почему, не знаю. Вроде прицел, в принципе, задирается, но я отвожу его в нижнюю точку цели. Так, ну, видимо, сюда. Блин, туда наверх бы хотел сходить. Что там, дороги нету. Ладно, пойдем туда, где дорога есть. Опять гранатометчик. Патроны кончили. Чужой сидит там наверху и смеется над нами. Наблюдает то, кого перебьет. А вот теперь идет к нам. Получите, распишитесь. Так, Хикс пока туда идет. А мы здесь.
охрененно, конечно, он садится. А, это Хикс. Так, что пишут, что говорят? Это десятник Джош Моррис по поводу тоннеля. Так вот, его не будет. Та пещера. Что значит не будет? По тоннелю должны доставлять грузы с площадки в модуле. Ничего не выйдет. Проще таскать грузы пешком вокруг истока. Пешком? Ты поверхность планеты видел? Ну, волоком. Ладно, особо ничего не дала нам эта запись. Цель уничтожена. Побоялся, что они меня размотают. Атакуй. Да, где-то прям здесь, рядышком. Враг. Патроны, прикрой! У меня такая же херня. Ого. На, прям балду тебе. Прямо в точку. Ого. Это уже не очень хорошо. Черт, нам не одолеть эту тварь. Пусть чужие его схавают. Идем в тоннель. А что там? Там хоть по нам не стреляй. Офигеть, вообще патроны кончились. На все. Пойдем быстрее в твой гребаный туннель. Ноль. Пистолет только остался. Там по нам, конечно, не стреляют, но там нас жрут. Ты не находишь? 6 патрошков надо ему в балду всадить. Зараза, еще и уклоняется, а? Они, походу, так бесконечно будут прибывать. А, Хикс, где ты? Помоги мне, что ли? Да, смотри. Бесконечно прибывают. Ни черта не осталось. Одни меньше. Ксеноморф убит. Давай быстрее, что-нибудь надо где-нибудь взять. Давай внутрь, Хикс. Фу, слава богу, я думал, не доживу до этого прекрасного момента. Так, эпизод освобождения пройден. Я думаю, на этом давайте закончим эту серию. Увидимся в следующей. Чтобы ее не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем желаю всего доброго.